Жопа! Есть игра по типу Flappy Bird, которая управляется за место тапа-тапания голосом. Понятно! Проиграл. Четыре! Потому что это сломалось, мана закончилась. Хай, с вами Мангай, добро пожаловать в игру под названием Iron Pants, что в переводе означает с английского... Или с белорусского, или с какого, это вообще непонятно. Железные кальсоны. Ага, именно. В эту игру я буду играть на iOS. What the fuck? А, вот ради чего я здесь, ради этого режима игры. Но никак не ради голого мужика в труселях. Люби меня, я самец. Let's begin. Жопа. Ха-ха-ха, ты такой смешной! Интересно, что думают об этом мои соседи? Эй, вы там! Именно этим я тут и занимаюсь! То, что вы подумали, да? Слышали бы вы моих соседей? Скажу по секрету. Их, по-моему, нет. Я ни разу их не видел. Итак, сейчас я хочу вам показать кое-что среднее между Иваном Джексоном и Майклом Дорном. Я не оговорился. И вы не ослышались. Моя любимая музыка. Грязная утка. Это странно так говорить. Случайные звуки. Может говорить случайные слова? Почему бы и нет? Жопа! Сиська! Макароны! Вермишель! Помада! Что? В голову мою, черт возьми, лезет! Египет! Это скорпион! Нет, не падай на землю! Он тебя укусит! Укусил. Писка, дриска. Да не надо мне ничего устанавливать, ты чё, иди отсюда. Почему он у меня так? Господи. Это чувство такое. Где ты раньше был звук? Проверим звук. Же. О, боже мой. Я вышел на улицу, удел трусы на голову, и они вовсе не пахнут! Рекорд! Я поставил перед собой цель добраться до 10 баллов, потому что 10. Почему бы и не 10? 10 это, во-первых, что 10? 10 пальцев на ногах, 10 пальцев даже на руках. И если вы не знали, то 10 это самая классная оценка в школьников в Беларуси. Просто... И 2, 3, 4. Можно просто считать. 3, 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
Кто не удачно?
неудачник, и я неудачник. Нет, мам, со мной все нормально, нет, все в порядке, просто... Просто немножко... давление подскочило. Господи, да еще задержка. Если бы не эта задержка между тем, как я сказал, и между тем, как он прыгнул... Десять. Ну же, сосредоточься. Как вспомни, как учились шаолиньские монахи в Древнем Китае. Я не жил в Древнем Китае. Ну что ж, ну это не меняет сути. Так, попробуем так. Я не знаю, должно помочь. По-моему, разработчики игры китаец, но поехали. Сунгэйцзя! Фак! Нихао! В задницу соседей! Я это сделал! Зачем так пугать? Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.